Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о признаках беременности вашей кошки. Впервые кошка готова стать мамой в возрасте от 5 до 9 месяцев. Это выражается особым поведением питомца. Кошка становится беспокойной, требует внимания и может меньше спать. Но как же понять, что у вашей кошки скоро появится потомство? Раньше кошка активно играла и любила бегать, а сейчас все поменялось. Сонливость и вялость вашей любимицы могут сопровождать беременность. Дни беременности могут поменять поведение кошки, и усталость – это один из признаков. Если усталости вы можете не придать значения, то покраснение и набухание сосков должно вас насторожить. Чаще всего этот признак сопровождает первую беременность кошки. Если соски кажутся вам горячими, то, возможно, ваша кошка беременна. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. На раннем сроке беременности кошку может сопровождать токсикоз. Если у вашего питомца утренняя рвота, плохой аппетит и нервозность, это все токсикоз. И хоть он неприятен, но безопасен для кошки и ее будущих котят. Нельзя допускать диарею и обезвоживание. С такими симптомами кошку стоит показать ветеринару. Во время беременности кошки могут чаще ходить в туалет. Необходимо внимательно следить, чтобы по моче не было крови, а сам процесс мочеиспускания не причиняет кошке боли. Если моча чистая, то кошка здорова, и причин для беспокойства нет. Обычная беременность кошки длится 9 недель. В первой неделе беременности определить ее почти невозможно, но если есть признаки, то на 21 день ветеринарный врач может определить, что у вашей кошки скоро появятся котята. Постарайтесь организовать кошке комфортную обстановку и ждите прибавления. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.